Домашние люля-кебаб, пельмени, тут же сантехника и химчистка мебели. У двери подъезда импровизированная доска объявлений. С ней каждое утро борются сотрудники управляющих компаний. Рабочий день начинается у каждого дворника вот именно с этих мероприятий, потому что не успевая снять, завтра опять появляются те же самые объявления с теми же текстовками. Хорошо, что хоть и пишут номера телефона, по которым мы легко находим их. В поиске предпринимателей участвуют и представители районной администрации. Собственно, им и передают все собранные объявления. Бизнесменов находят и штрафуют. Штраф за данное деяние составляет для граждан 2000 рублей, для юридических лиц 20 тысяч рублей. Еще раз призываем, по всему городу есть бесплатные доски объявлений, которые содержатся муниципалитетами, на которых граждане абсолютно бесплатно и на законных основаниях смогут размещать свои объявления. Своей рекламой авторы вот таких объявлений наносят ущерб потенциальным покупателям. Крепят объявление на клей, который остается на стенах. Убрать его непросто, и делать это приходится то дворникам, то неравнодушным жильцам. К примеру, вопрос с рекламными растяжками по продажам недвижимости в Сочи почти решен. В неположенных местах их нет. Более того, для управляющих компаний домкомов разработана памятка, как правильно и где жители могут размещать свои объявления. По просьбам жителей в районе начались и масштабные работы. Здесь меняют крышу, а вот в этой высотке обновляют краску и облицовку. В прошлом году в Лазаревском районе начались работы на 16 домах. В этом году в список добавились еще 14. В общей сложности на 10 заменят кровлю, в 4 приведут в порядок лифты, а в 15 капитально обновят фасад.